Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 338 упражнение. Прочитаем задание. Спешите. Подчеркните, как члены предложения выделены наречия и существительные вместе с выделенными предлогами. Из какой части речи образованы производные предлоги? Итак, первое. Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела. Обвела. Вокруг чего? Вокруг чела. Это дополнение. Гроб разбился, дева вдруг ожила. Глядит вокруг изумленными глазами. Вокруг – это обстоятельство. Глядит где? Вокруг. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо дома. Мимо кого чего? Мимо дома – это дополнение. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно. Около кого чего? Около леса – это дополнение. Седины пасмурного дня плывут всклокоченные мимо. Плывут где мимо – это обстоятельство. Григорий привязал к кусту коня и лег около. Лег где – около – обстоятельство, прикрыв от ветра лицо полой шинели. Также необходимо ответить на вопрос, из какой части речи образованы производные предлоги. Они образованы из наречий. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.